Всем привет и добро пожаловать на канал Gamer Wolf. Сегодня я прохожу игру под названием Battletoads and Double Dragon The Ultimate Team. Сыграю я игру за Билли. Так, первый уровень начался, как вы поняли. Ну, первый уровень, он достаточно такой простой на самом деле. Можно без потери жизни его проходить спокойно, в принципе. Так, один удар пропустил, ну да ладно, ничего не поделаешь. Вот таким вот образом сбиваем врагов, прыгаем им на руки. Так, рука, да? Так, прекрасно. Лучше прыгать на эти головы после выстрела. Вот она выстрелила, эта башка летающая, и потом уже нужно запрыгивать на нее и лупасить. Не буду сейчас заниматься вот этим вот собирательством очков, потому что мало ли что-то не так сделаешь, еще просрешь жизнь, ну его нафиг. Вот и первый босс. Ну вот такая вот стратегия на него. Вниз спускаешься и лупасишь его с ноги. Добиваем этого гада двумя коленами. Коленями, наверное. Ну да ладно. Первый босс побежден. Выглядит он, конечно, не так сексуально, как раньше. Там, наверное, половину зубов уже нету у него. Идем что? Ко второму боссу. Это какой-то монстр. Выглядит он как крыса, как какая-то супер крыса. Прекрасно, заработал дополнительную жизнь. По-моему, когда 100 тысяч очков зарабатываешь, тебе дают дополнительную жизнь. Что, давайте палочку выручалочку возьмем. Можно, в принципе, на этот забор залезть и лупасить их ногами. Ну, тоже такая стратегия работает здесь.
Ух, как ему не повезло. Возможно, даже на лестницу забраться и лупасить так ногами. Стратегия сработала. Здесь они как-то очень быстро побеждаются, эти враги. Как-то странно даже. Так, максимальная концентрация. Так, жизнь собрал, прекрасно. Так, ну сейчас будут враги за мной гоняться. Лучше, конечно, вот таким вот образом их сносить, но не всегда получается. Так, отлично, отбился. Блин, гаденыш, все же подбил. Ну ладно. Здесь очень часто меня сносят. Ну вот, собственно, и второй босс. Ну все, ему крышка. Здесь он уже ничего не сделает, я его очень хорошо зажал в угол, и все ему, короче. Ну блин, одно меня не радует, что я просрал здесь две жизни на этом уровне. Но на мотоциклах там реально можно просрать и не одну жизнь. Там просто как повезет, там какой-то рандом работает. Когда ты вот летишь на этом мотоцикле, там либо тебя он второй раз ударит, либо нет. Там надо как-то, я не знаю, как-то по диагонали двигаться там.
Так, смотрим на фейс второго босса. Выглядит он не очень. Так, третий уровень. Показывает нам третьего главаря. Так, нужно собраться на этом уровне и нормально отыграть на нем. Ладно, там просрал две жизни, ладно. Там реально сложновато на этих мотоциклах. Особенно вот когда за тобой эти гады гонятся. Так, в принципе, уровень легкий, но вот только он сложен тем, когда вот вражеские мотоциклисты на тебя прыгают. В этом уровне есть тоже сложности в некоторых местах, но надо попробовать пройти его более-менее нормально. Вот здесь неплохое место, чтобы побить этих теток. Все же задело эта херня, ну ладно. За человека можно просто на правую сторону переместиться и спокойненько опускаться. Ну, там только одну вышку снести, точнее пушку, и все. В принципе, сложностей здесь никаких нету. За лягушку там, да, посложнее. Там надо два бессмертия выбивать. Смотрите, прикол, да? Зад даже виден, походу, немножко у нашего персонажа. Как будто джинсы сползают. Отлично. Так. Так вот здесь аккуратненько нужно. Блин. Там нужно под конец прыгать, потому что можно соскочить и упасть вниз. По-моему, есть ХП, отлично. Но он довольно-таки неплохо прошел это место на самом деле. Мог, конечно, лучше, но да ладно.
так аккуратненько. Так, бессмертие не помешает на этом уровне. Ну, жалко, что оно временное, оно дается тут на секунд, ну, я не знаю, что ли, 5, может. Раз, два, три и четвертый, последний. Все, больше таких не будет летать здесь. Блин, ну ладно. Блин. Так, один раз еще, ладно. Блин, два раза все же попало. Нехорошо. Ё-моё, ну немножко запутался, ну ладно. Ладно, ладно. Там хотел проверить одно место вверху, но нет, там не прокатывает, там все равно вот эти обломки попадают в меня. Я думал, в одном месте они вообще не попадают, но оказалось, что залетают. Да ё-мо. Не всегда успеваешь даже выпрыгнуть на этого гада. Подловил гад. Кстати, вот здесь на боссе очень даже неплохо отыграл, даже жизни слил.
Надо еще одна, отлично. Это вообще круто вышло. Давай, давай, давай. Есть. Отличненько. Так, ну здесь уже аккуратно нужно. Так, не успею взять. Отлично. Так, НЛО пошли. Ну, на НЛОшках даже можно одну жизнь слить, но не больше. Потому что они реально такие проблемные. Ну да, слил. Ну и на боссе, наверное, можно слить где-то одну. Там без слива жизни, наверное, не обойдется. Можно его как бы и без потери жизни побеждать. Бывало получалось, но редко такое происходит. Так, пулемет пошел, отлично. По-моему, нельзя врезаться в этот вражеский корабль, сразу жизнь сносится, ну, пропадает. Лучше пусть он подстрелит, но нельзя врезаться в него вроде как. Блин, все же по ракетой задели. Мог бы вообще без потери жизни его вынести. Немножко не фартануло. Так, пятый уровень. Миссл какой-то там не успел прочесть. Так, довольно-таки серьезный босс. Самое главное не слиться на нем. Так, прыжок, отлично. Самое главное жопу не подпалить на вот этих вот турбинах. Потому что тут достаточно легко задницу себе подпалить. Так, аккуратненько здесь спускаемся. Так, все же... А, пропал. Блин, надо было брать. Ну ладно.
Вот когда он на таран берет, конечно, лучше от него отходить подальше. Так, успеваю хп взять, прекрасно. Так, нужно сейчас следить за вот этими вот турбинами маленькими, так. Нижняя. Центральная, верхняя, так. Нижняя. Центральная, верхняя. Все, погнали. Так, здесь смотрим тоже. Нижняя. Центральная, верхняя. Так, стоп. Чуть ли в огонек не попал. Ну, вовремя сообразил, что нужно назад свалить. Вот здесь осторожно нужно. Отлично, успеваю. Ну, здесь полегче перепрыгивать уже. Так, вначале нужно взять жизнь. Да блин, гаденыш ты. Так, жизнь взял, все, можно теперь прижиматься к ящику как-то тут. Только лучше с правой стороны, по-моему, стоять. И как-то так его пытаться завалить. Но я не сказал бы, что эта игра супер легкая, нифига подобного. Здесь она как бы такая, как вам сказать, может игроку преподнести неприятности по ходу игры. Ну там в некоторых местах ты можешь там слиться очень легко. Хотя ты можешь все сделать правильно, и все равно ты сольешься. Ну тут короче, как повезет в некоторых местах. Но игра, можно сказать, щедра на дополнительной жизни. То есть здесь они дают игроку возможность заработать жизни, и за счет этого, ну, она покрывает вот эти вот недостатки, в которых, ну, в некоторых местах, где можно слить жизни. Так, аккуратно. Так, нижняя, верхняя, центральная. А как лезть-то, блин? Так, давайте вначале пусть нижняя загорится. А, достаточно просто, так. Нижняя, верхняя, центральная. Блин, сейчас так, надо сообразить. Так, нижняя, верхняя, центральная. Верхняя, центральная, нижняя. Да, ну тут, конечно, они запутали игрока, жесть. Как так, вверх, так, нижняя, центральная, верхняя, нижняя, центральная, верхняя, нижняя, центральная. Блин, не успел, ну, я все... А, не, все равно, если бы я даже присел, все равно она меня бы поджарила. Никак там, короче. Блин, гаденыш, крысеныш. Блин, ну запорол, конечно, здесь. Хоть так. Не ожидал. Блин, по яйцам заехал, гад. Да блин, отпрыгни.
Блин, слил жизнь. Обидно. Ну, здесь опять же такая же стратегия, просто справа становишься и валишь этого гаденыша. Наверное, у меня осталось только 5 жизней. Это на самом деле не так уж и много. Здесь, конечно, в этой игре желательно... Опа, гаденыш. Желательно не просирать континуум, собрать много жизней и... с большим количеством жизней дойти до финального уровня. Только тогда будет успех. А если кон теряешь, то прохождение, можно сказать, усложняется практически в 2 раза. Если у тебя было дофига жизней, ты там их слил как-то глупо. Очень прикольно придумали, что можно крыс выкидывать через окно. Так, смотрим, как они тут горят. Нижняя, центральная, верхняя, нижняя. Нижняя, центральная, верхняя. Неплохо вышло, так. Так, вот, собственно, и босс. Так, ребятки, надо подумать, как его убить. Ну, думать тут нефиг, просто на ускорение удар и все. По-другому я его точно не вынесу. Задавил, но это нормально, то, что просрал одну жизнь. Здесь вдвоем надо его лупасить, один бьет с одной стороны. Второй игрок с другой, короче. Как мячик пинать его нужно. Ну, если с одной жизнью... Ну, если я одну жизнь потеряю... А, нет, все же 2 теряю. Ну, многовато. Бывало, и только одну терял жизнь на нем. Но в этот раз... не получилось. Так, босс тень какая-то. Посмотрим. Зацените, как круто анимацию сделали. Он там появляется в темноте и потом исчезает. Это действительно очень круто выглядит. Ни один фильм не может не похвастаться вот таким вот эффектом. Но это реально круто сделали. То есть он вначале там моргает в темноте и потом исчезает. Реально круто. Так, аккуратно. Ой, сколько вас тут ребяток, обалдеть. Блин, выбьют жизнь. Ну да, тут они бывают так гады делают. Вот там, видите, он сзади этот... тянется за мной.
этот босс. Достаточно проблемный босс на самом деле. Если не знаешь, как его убить, то считай пропал. Опа, ударил сразу, гаденыш. Да, ух ты. По башке надавал, гаденыш. Гад. Ну, а когда он так лупасится об стену, лучше, конечно, запрыгивать вверх. Ну, какая-то вот что-то типа такой стратегии советую вам использовать на этом боссе. То есть он бьет, ты запрыгиваешь на эту лампу и... Блин! Случайно сбил. Это фейл. Да убей ты его уже. Блин. Случайно лампу сбил. И просрал жизнь. За счет этого, скорее всего. Обидно. Прикол в том, что вот эти лампы можно сбить. Но этим я заниматься не буду, конечно же. Маловато жизни на финальном уровне, как ни крути, всего лишь 2 и плюс основная 3 получается. Тут, наверное, только так можно отбиваться. Как-то он попал в меня, интересно. Блин, ну не успел развернуться даже. Гады, блин. Ну они в крысу играют, с двух сторон заходят, и попробуй ты их разнеси. Какая-то быстрая тут рука. Короче, что-то она как-то быстро поднимается. Блин, хрен сделал. Ну чё, у меня 2 хп. Точнее, одно даже. Эх, лол. Чё, берем конт?
Да, уже одной жизни нет, считай, что. А, вот заработал зато. Блин, ну хрен сделал. Видите, их тут трое, блин. Попробуй ты их троих завалить. Блин, ну что за хренотень-то получается? Сейчас еще дурацкая рука будет, это тоже еще та забава, блин. Ох, блин. Ну что, погнали, финальный босс. Блин, нельзя прыгать, походу, на нее особо. Если только прыгать, то очень-очень аккуратно. Видите, она в огонь уходит. А, прикольно, она не может достать, когда я присел. Это вообще супер. Это дает офигенное преимущество мне. Точнее, офигенное преимущество мне. Ой, чё я так встал-то? Ух ты. Зачем я прыгал, спрашивается? Да блин, ну опять та же ошибка. Так, то, что нужно. А теперь нужно ее метелить под бессмертием, конечно же. А уже бессмертия-то нету, блин. Опа, аккуратненько, аккуратненько. ХП пока не нужны. Ну, блин, концентрация максимальная нужна здесь. И скоро жопа будет. Так, ХП, ХП. Блин. Взял, когда не нужно, обалдеть. Ух ты. Ух ты. Повезло. Ух, ребята, я прошел эту игру. Жесткая игра. Она нифига не легкая. Фух. Так, ну что я могу сказать? Консиниум один слил, но... Можно было бы и без потери консиниума пройти игру, но, опять же, это очень сложно. Слил я жизни там в таких местах, где их очень многие игроки сливают. Ну, в принципе, результатом я доволен. Под конец чуть тетка меня это не завалила, но там немножко повезло мне. Я выбил жизнь дополнительную, и она не попала огнем в меня. Сорок шесть минут проходил, да? Ну... Неплохой результат на самом деле. Вдвоем бы легче проходилось. Ну что, ребята, я так понимаю, это конец. Вы были на канале GamerWolf, и всем пока.